В нашей программе «Три сложных вопроса» вы можете знакомиться с людьми, которые знают Христа, знают Бога. И это люди современные, это люди из разных жизненных путей, из разных стран в том числе. Вы можете увидеть, что такое люди 21 века, которые живут жизнь с Богом. И в нашей сегодняшней программе такая встреча с человеком, который пережил сверхъестественную встречу с Богом. Этот человек является австрияком, можно сказать. Он пастор церкви Международное христианское общение из Австрии. И также он отвечает за общение и взаимоотношения с международной сетью церквей этой группы. У нас сегодня в гостях вы услышите историю и ответы на три сложных вопроса Рене Шуберта. Рене, очень рада тебя видеть в нашей программе. Я рада тому, что наши зрители могут познакомиться с тобой ближе и услышать то, как ты узнал Бога, от чего Бог тебя спас. Спасибо за приглашение. Прекрасно находиться в Иерусалиме. Моя история началась давным-давно, как и у всех, когда я родился. Родился я на юге Австрии, в очень маленькой деревне. Моя бабушка была христианкой, но мои родители не ходили в церковь. Моя бабушка пережила Вторую мировую войну. Она жила в Югославии. Теперь это Словения. Она там выросла. Но из-за своей немецкой фамилии ей пришлось бежать в Австрию. Мой отец родился в лагере беженцев. Я вырос в очень простой семье. У нас не было много денег, но у нас было все необходимое. И когда я был ребенком, я помню, что моя бабушка имела глубокую веру в Иисуса из-за пережитых ею страданий. И она всегда говорила нам, что Иисус рядом. Еще она говорила: если в вашей жизни произойдет что-то плохое, просто помолитесь Иисусу, и Он вам поможет. Когда мне было 8 лет, я был у бабушки в гостиной, и она повела меня в простой католической молитве. «Иисус, я еще маленький, но Ты войди в мое сердце». И уже 8 лет я пережил божественные прикосновения в той комнате. Но поскольку у меня не было никакого понимания по этому поводу, я не знал истории из Библии, у меня было лишь католическое представление о Боге, который где-то там далеко. Я очень боялся Бога, потому что думал, что Он видит все. Когда я был подростком, жизнь казалась мне очень скучной и бессмысленной. Я постоянно думал о том, почему я здесь. Все вокруг казалось мне бессмысленным, поэтому в возрасте 13-15 лет я начал выпивать и курить с друзьями. Также я был весь открыт к оккультной практике. Мне нравились фильмы ужасов и тому подобное. В 15 лет я поступил в школу туризма, но поскольку я много пил, меня оттуда выгнали. Я был умным, но не любил учиться. Затем я переехал в Вену. Из маленькой деревни я переехал в Вену и жил у моей тети. Я продолжал искать смысл жизни и искать семью. Я завел несколько друзей в городе, но все они начали принимать наркотики и курить марихуану. Именно тогда я начал понимать, что здесь что-то не так. Я понимал, что неправильно принимать наркотики, много пить и заниматься насилием, но я не мог из этого вырваться. Меня начало засасывать в наркотики, засасывало в насилие, в проституцию. Я начал принимать более тяжелые наркотики и заниматься оккультизмом. Потом я ходил на футбольные матчи, чтобы драться с людьми. Так я разряжался. Это была своего рода отдушина для меня. Затем я работал охранником
в ангелах ада. Затем наркотики стали еще тяжелее, мне не хватало денег, и я начал приторговывать наркотиками. В 16 лет я впервые попал в тюрьму. Далее в 17 я снова оказался в тюрьме. Скажем так, я покатился по наклонной. Для моей семьи это было весьма печально, потому что мой отец был полицейским. Представляете, какая репутация это была для моего отца? Знакомые говорили ему: «Твой сын сидит в тюрьме». Моей семье пришлось очень много страдать, и все из-за меня. А далее 18 лет... Вы были единственным ребенком в семье? Нет, у меня есть брат. Он был очень хорошим мальчиком, и ему тоже было неприятно от этой истории. В 18 лет я оказался в швейцарской тюрьме за международную торговлю наркотиками. Через неделю я вернулся в Вену и решил завязать с наркотиками. Но у меня не было на это сил, потому что я был зависимым. Я не знал, что мне делать. Сестра моей тогдашней девушки была из Германии, и она была христианкой. Она постоянно молилась за меня и говорила: «Рене, Бог любит тебя, и тебе не обязательно так жить. Ты можешь исправиться». Я знал, что я глупый, но христиан я считал вообще сумасшедшими. Но она продолжала молиться за меня. И вот в 20 лет мне пришлось бежать из Вены из-за проблем с наркоторговцами и с полицией. Я бежал в Германию, и там я впервые в жизни пошел в церковь, в евангельскую церковь. Люди говорили со мной об Иисусе. А через несколько недель я услышал проповедь американского проповедника. Это был великий Эдвин Луис Коул. Я был в таком восторге от него. Я подумал: Бог говорит со сцены, прямо ко мне. Он сделал призыв к покаянию и сказал: «Если кто-то здесь хочет примириться с Богом, выходите вперед». Я выбежал вперед, рыдая как маленький ребенок, и в тот день я родился свыше. Я почувствовал себя новым человеком и почувствовал, как Бог вошел в мою жизнь. Я ощутил мир. Я знал, если я умру сегодня, то пойду прямо на небеса. Проблема была в том, что я все еще был зависимым. Но я начал читать Библию, и именно оттуда я узнал, что Иисус любит меня. И Он может дать мне свободу от наркотиков. Затем я уехал на реабилитацию в Швейцарию и провел там долгих 4 года. Но это было время, потраченное не зря. Я начал читать Библию и узнал, что Бог имеет для меня много хорошего. Затем, шаг за шагом, потихоньку, я стал христианином, обрел свободу и понял, чего Бог хочет для моей жизни. Таков был мой путь. Вот это да! Какая большая разница! Это удивительно. Кто бы мог подумать, что из зависимого, потерянного, разрушенного молодого человека в самом начале жизни будет человек, который, наоборот, делится с другими надеждой, верой и помогает созидать новую жизнь. Спасибо за это свидетельство. И, пожалуйста, Рене, поделись сейчас историей, как ты встретил свою прекрасную жену, что ты искал, чего ты хотел, и как вам удается быть вместе, хранить ваши взаимоотношения. До того, как стать христианином, я вел очень безбожную жизнь. У меня было много девушек, и это всегда было очень сложно. Я искал чего-то, но так и не находил. А когда я стал христианином, то часто молился так: «Боже, дай мне жену прямо сейчас, иначе я просто умру». Я думал, что мне нужно найти ту единственную, и я искал ее. Прошло 10 лет. Я испытал много боли, потому что заводил отношения, а потом нужно было их разрывать.
Иногда даже в церкви сложно найти ту самую женщину, потому что все девушки в церкви святые, а я нет. Через 10 лет я стал молодежным лидером, и у нас в группе была одна девушка, которая всегда восхищала меня, потому что она очень любила Иисуса Христа и была очень радикальной в своей вере. А я всегда говорил, что когда найду девушку, то она должна хотеть служить Богу вместе со мной. Ее звали Илана. Позже я на ней женился, но вначале я немного флиртовал с ней и пытался понять, как подобраться к ней поближе. Мне было очень сложно, потому что я был ее лидером, а она была очень юной. Я был немного старше ее. Я все еще немного старше. У нас 10 лет разницы. Сейчас это не проблема, но тогда ей было 18, и ситуация была довольно пикантная. Когда ей исполнилось 18 или 19, я открыл ей свое сердце. Я сказал, ты мне очень нравишься, и подарил ей цветы. А она ответила, можешь забирать свои цветы и уходить, потому что ты мне совсем не нравишься. Ничего себе начало, подумал я тогда. И еще подумал так, что, наверное, я все испортил, а потом... Я решил, что мне нужно найти другой подход. Затем я начал молиться, бороться за нее, делать ей комплименты и показывать, что я лучший вариант для нее. Через год она согласилась строить отношения. Мы молились за это, а также получили одобрение наших лидеров и старших служителей, которые воспитывали нас по отдельности. Вот так мы и начали свои отношения. То есть вы подошли к вашим лидерам и попросили молиться за вас, верно? Да. Затем я сказал Богу, что хочу быть с этой девушкой. Для меня это был ключевой момент. Думаю, Бог хотел, чтобы я понял, что мне нужна именно она. И что это совсем не игра, это серьезно для меня. Я думаю, мы покажем нашим зрителям хотя бы фотографии. Может быть, нам удастся записать коротенькое интервью с Иланой, потому что она действительно очень яркая, очень посвященная Богу, очень искренняя, дочь Божья, просто прекрасная женщина, и они классная, такая интересная пара. Спасибо большое, Рене, за эту искреннюю историю, как ты... К чему ты стремился, как ты добивался любви, что нужно не останавливаться, если даже тебе говорят вначале «нет», потому что действительно женское сердце может открыться, если ты следуешь за Богом, если ты честен. И сейчас мы услышим твою последнюю часть, что такое твое призвание, как ты понял его, как ты говоришь молодым людям найти их призвание. Очень хороший вопрос. Когда я стал христианином после многих лет наркозависимости, я знал, что Бог желает чего-то от меня. В церкви я слышал пророчества о том, что Бог хочет меня использовать, чтобы я проповедовал и делал для Него что-то великое. Но я понятия не имел, что именно это будет. Я начал понемногу проповедовать в реп-центрах. Я решил служить в церкви всем, чем я могу. Я убирал туалеты, помогал на парковке, помогал в молодежной группе, и шаг за шагом во мне поднималась страсть проповеди и Евангелия. Я всегда был на улице, посещал дома беженцев, подходил к бездомным и проповедовал им Евангелие. Я привел ко Христу множество людей, а мой лидер постоянно говорил мне, «Я верю, что у тебя дар от Бога, и тебе нужно развивать этот дар». Я начал изучать богословие, в Пятидесятнической церкви. Затем Бог сказал мне, «Рене, ты откроешь церковь и возглавишь ее». Я не хотел этого, потому что для меня пастор — это скучный человек. Я уважал работу пастора, но я сам не хотел носить галстук. Это казалось мне невозможным.
Затем я попал в одну церковь в Швейцарии и понял. А вот он. Она была современной, громкой. Это было мое. Моя музыка, мой стиль, мой формат. Моя жена всегда была поспокойнее, чем я. Я сказал: «Господь, если ты хочешь, чтобы мы перешли в эту церковь в Швейцарии, то ты должен сказать это моей жене». Затем Бог сказал ей об этом, и мы поехали в Швейцарию. Мы пообщались с лидерами, а потом мы перешли в церковь. Церковь начала расти, и появлялось все больше и больше людей из Австрии, потому что церковь находилась в 15 минутах от границы. Затем однажды Бог проговорил ко мне во время молитвы. Я так много плакал. Я чувствовал такую сильную любовь к молодым людям из моей страны. Я постоянно плакал и плакал. Через несколько недель после этого события лидеры нашей церкви подошли ко мне и сказали, что хотят начать церковь в Австрии. Я сказал, что не знаю, как это сделать точно, но, тем не менее, согласился. Я собрал команду и небольшую группу. Мы взяли усилители и начали первую церковь. Она росла, и мы решили, что хотим влиять на все города Австрии. И вот 10 лет спустя у нас есть уже 4 церкви. Я также координирую нашу церковь за границей. Недавно я был в Киеве. Я проповедовал там, в столице Украины, и это был незабываемый опыт. Это было прекрасное и благословенное время. Вообще, я считаю, что призвание всегда приходит шаг за шагом, постепенно. Вы делаете то, что прямо перед вами, а затем Бог ведет вас дальше. Будьте верны в малом, и Бог поведет вас дальше. Я очень нетерпеливый, и мне хочется иметь все и сразу. Но Господь ведет меня небольшими шагами. Так мы работаем сейчас, шаг за шагом. Понимаю. Так вы учите своих лидеров и наставляете своих учеников, верно? Да, я всегда говорю молодым людям, просто делайте то, что видите перед собой. Верьте в большое и великое. Верьте, что у Бога есть призвание для вас. Но будьте верными в мелочах. А еще я создаю платформу для людей. Когда молодые люди приходят в нашу церковь, я спрашиваю, чем они горят, а затем создаю платформу для того, чтобы они могли реализовать свое призвание. Спасибо. Это было классное, отличное общение, отличный рассказ. И я думаю, что, глядя на Рене, вы прекрасно понимаете, что это действительно человек, который проповедует Евангелие, которое современно, которое актуально, которое применимо. Вы можете видеть его, что христиане разные, они не всегда в галстуках, они вот примерно такие могут быть, как он, или другие, с другим цветом волос, глаз, кожи, чего угодно. Но самое главное происходит внутри нас. Поэтому спасибо большое за открытость, за то, что вы делаете. Я приглашаю вас поделиться этой историей. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам, заходите на наш сайт, заходите на наше приложение. Мы желаем, чтобы ваша жизнь изменялась к лучшему. Это была встреча и общение с Рене Шубертом из Австрии, из церкви, которая называется «Международное христианское общение».